там есть утраты. Мы восстановили первоначальный вид, и здесь есть возможность увидеть, как эта мозаика должна выглядеть вот, как бы, при первоначальном виде. Эти магниты стоят 100 рублей, все деньги абсолютно перечисляются в копилку фонда. Нам заказывают люди из разных городов, они узнали, мы присылаем их в Магнитогорск, в Казани, в городе Волгоград. Недавно наш магнит был сфотографирован в Байконуре. Нам очень это приятно. Путешествие Циолковского идет в поддержку реставрации. Открытки с этим монументальным искусством. И на всех мероприятиях, где мы участвуем, на книжной же выставке или вот было совещание по юбилею «Космос», мы такие флайеры распространяем. Здесь QR-код, можно зайти, сразу попасть на страницу фонда. Это помогает людям и узнать о этом проекте реставрации, о самой мозаике, о художнике, и перечислить деньги. Ему остается на память этот магнит. То есть людям приятно. Так, может быть, 100 рублей кажется, ну так, не очень удобно перевести, как людям кажется, что это маленькие деньги. А на самом деле вот из таких денег, из этих копеек и должна, возможно, и служить. Мы, конечно, надеемся на более серьезных инвесторов, надеемся их привлечь. Вот, но пока вот это поддерживает, мы очень рады. И призываем, пожалуйста, заходите на страницу фонда, реставрация мозаики Циолковской. Помогайте нам восстановить эту мозаику. Спасибо. Вообще для меня эта история этой мозаики началась в 2014 году, когда я первый раз увидела, как это все дело сильно осыпается. Почему решили вот это заметить? Да, была мысль, потому что просто какими-то призывами невозможно это обеспечить. Сумма очень приличная, почти 4 миллиона. И мы думали, каким образом это сделать. И поняли, что надо рассказывать об этом, это экскурсии, надо предлагать людям какой-то сувенир, память об этом. И вот нам показалось, что магнит – это очень как бы удобно, красиво, яркий магнит, люди с удовольствием берут, им нравится. Ну и возможно, что мы еще что-то придумаем и еще будем дальше двигаться. Спасибо большое. Покажите, пожалуйста, магниты, да, магнит, как стоит в одном месте. Магниту по сути можно понять, да, что да. Здесь получается планета одна. Да, здесь как бы станция, которая, возможно, в будущем будет вот, космические корабли летают, спутник. И, между прочим, Циолковский смотрит в сторону проспекта Королёва, да, вот, данный памятник Королёву, который осуществил мечту Константина Павловича. Да. Продавать, например, наши магниты, мы просто кладем вот такие флайеры. Ну да, отсканировали. Да, мы кладем флайеры, заказали вот печать, и люди берут, и я надеюсь, тоже каким-то, мы не можем это проконтролировать, но мы надеемся, что это тоже способствует привлечению хоть каких-то средств. Мы планируем дальше развивать эту деятельность. Вот, еще раз, все деньги перечисляются, все деньги заработанные перечисляются в фонд. И мы каждую неделю по воскресеньям ВКонтакте отчитываемся. Да. 2000 перевели, 500 рублей или 5000 рублей. И каждую неделю по воскресеньям отчитываемся. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо большое. Да. Решение, и последнее слово за ним. А я имею в виду, чтобы
запросить защиты от государства, например. Не то, что жители могут быть против, но из-за того, что это общедомовое имущество как-то усложняется, вот этот процесс, чтобы защищали мозаику и ее состояние. Вообще с мозаиками есть определенная сложность в присвоении иностранных статусов. Поэтому, наверное, правильно говорить о том, что есть правовые недоработки у нас в законах в первую очередь, и уже в последующем какие-то могут быть препятствия со стороны жителей. Наверное, со стороны закона надо в первую очередь говорить о проблемах. Сейчас она в таком довольно плачевном состоянии. Что вы из этого чувствуете? Может быть, обидно, досадно? Ну, конечно, обидно, потому что это история города, это наследие нашей страны, это прекрасный образец уникального искусства, это просто хорошее украшение города, которое несет большую смысловую нагрузку. Хотелось бы, чтобы это осталось и для нас, и для наших. Последние лет 10-8 она потихоньку осыпается, и в последние годы это становится все более и более заметно. Есть, спасибо большое.